Дорогие друзья, сейчас я вам покажу, как делать, как увеличивать подписчик в день 10 тысяч, до 10 тысяч. Ну, 4, 5, 6 тысяч можно набрать. У меня канал YouTube, фан канал, реплай видео я буду выкладывать. Сейчас зайдем, мою аналитику. Вот сегодняшнее видео, вот я 4 часа назад поставил, уже 27 тысяч просмотров, 1300 лайк. Это вот тоже сегодняшний, почти 2000 лайк. Вот вчерашний, полмиллион просмотров, больше полмиллиона, 30, почти 30 тысяч лайк. Значит, сюда аналитика зайдем. Вот мой аналитика. 28 день, почти 100 тысяч подписчиков я набрал. Значит, в дальнее время смотрит 3 миллиона просмотров в 48 часов. Извините, если я неправильно говорю на русском языке, я чуть-чуть плохо разговариваю, потому что я из Узбекистана. А у меня аудитория 80% Россия, поэтому я на русском языке хотел, решил на русском языке сделать видеоролик. Значит, зайдем на мой канал, значит, ваше видео. Вот, например, вот вчерашнее видео 1,5 миллиона просмотров. Зайдем сюда. Павлик, научи меня кота. А зайдем аналитику. Вот 1600 просмотров. Лайк почти 90. Комментария. И вот смотрите, подписчик. Посмотрите, сколько подписчик. 11. Больше 11 тысяч подписчики набрали из один видео, ребята. Значит, аналитика зайдем. Вот у меня 50, почти 50% Россия смотрит мой видеоролик, поэтому я решил в русском языке сделать видеоролик. Значит, видим отсюда. Павлик, научи меня как... Зайдем на канал. Значит, популярные ролики посмотрим. 14 тысяч просмотров. У меня фан-канал, вот я видео сделаю я. Беру из другой человека и свою реакцию покажу, и набираю подписчик, аудитория, и зарабатываю. 1 миллион просмотров, если 1 миллион просмотров набирает мое видео, из 1 видео просмотр, сейчас санкция, если страна Россия, санкция сейчас, страна Россия не заплатит сейчас за монетизацию, а другой страна заплатит. Короче, моя монетизация работает у меня. Из один видео я зарабатываю минимум $100-200 из один видео. Зайдем туда. Я это, наверное, месяца назад выкладывали этот видео. Вот аналитика. 2 месяца назад выкладывали. 22 тысячи подписчиков набрали этот видео. Вот сколько лайк, вот сколько просмотр, вот аудитория, Индия, Индонезия. Значит, выходим. Значит, популярный видеоблогер найдем, зайдем туда. Вот, смотрите, зайдем. И туда зайдем. Берем один видео из них. Вот, с днем рождения! Сделаем коллаб, например. Вот коллаб. С днем рождения! И будет далее, вот нажимаете, и потом можно выкладывать на себя этот видео. Но обязательно автор надо указать в описании. И свой, как называешь, это уже свой проблема будет, называть свой. Ну, как-то вот такие дела. И автор, название автор будет. Дальше. Видео сколько просмотров берет, сколько, как смотришь свою аудиторию, какой там видеоролик любит свою аудиторию.
Еще люди говорят, если фан-видео не, ну, за, как монетизация не заплатит, говорят. Неправильно говорили они. Заплатит за монетизацию, потому что ты свой реакцию показываешь, это оригинальное видео будет, свой оригинальный звук. Вот, подойдите, вот смотрите. Например, вот зайдем, да, мое видео, вот, пополняем, вот, смотрите. Вот я когда поставил, 2 месяца назад, наверное, вот зайдем. Смотрите, вот, оригинальный звук. Оригинально, это мое видео уже. Получается, это уже мое собственное видео. Это капит деньги. Смотрите, зайдем. Вот 4 миллиона просмотров, 26 тысяч подписчиков набрал. Можно статистика посмотреть, сколько зарабатываю я из этого видео. 200 долларов у меня там заработка из один вот из этого видео. Сейчас аналитика показывает, это тоже покажу сейчас, сколько зарабатывал я. Значит, как можно еще фан видео делать, например. Вот люди делают, вот смотрите, это видео, с... видео, вот это видео вот. Сны его до конца, вот, например, все дело в том, что все люди, кто снимал под этот звук, вижу, что очень быстро после снятия видео у них исполнилась самая заветная мечта. Зайдем. Это видеознак, обязательно досмотри, явилась самая заветная мечта, обязательно досмотри. Остальные я вам скажу в следующем видео и заходите на мой канал.